Гнездо цветное. Сразу. Оп. Ребята, что у нас происходит? Смотрите, видите? Это маленький птенчик. Он у нас выпал с дерева в огороде. И Ким наш сидел, охотился на его родителей. У нас операция спасения сейчас будет. Мы сейчас будем сажать его на пальму обратно. На дерево, с которого он упал. Вон он, Ким ходит. Вон он. Он хочет родителей поймать. Представляете? Так, Алиса вон собирается. Ева вон в памперсе ходит. Под пальмой. Он охранял. Пойдем. А птицы вокруг прыгают. Я думаю, что они на Кима нападают? Вот эти птицы, ага. Они кур-кур делают. Он лежал вот здесь вот, и Ким его держал. Где гнездо? Я не знаю. Да вон оно, но оно такое ветхое. Будем сейчас лестницу ставить и, в общем, закладывать его туда-обратно. Можем попробовать посадить его сейчас и посмотреть, как птицы будут вокруг кормиться. Да. Ну, смотри, можно его оставить, положи его сейчас на травку, и как они сейчас, прилетят ли они? Они вон по кустам летают, они не подходят, Максим. Ты его прямо на солнце, в тенечек его положи, а море в тенечек вот сюда. Пи-пи. Смотри, как он делает. Смотри. Мама. Да, зовет, говорит, мама. Пи-пи. О, смотри, птичка. Как делает. Может, он думает... Его червяком. Да, Евен палец, это червяк, он думает. Ему тепло в твоих ручках. Он совсем прям, у него даже там половина перьев на нем нет. У него такие большие, да. У него такие огромные лапы. Пипе. Птичка. Не-не-не-не. Значит, тебе палец. Глянь, смотри, он хочет кушать. Он думает, это червяк. Но ты можешь его погладить аккуратно, смотри. А что птички кушают? Они кушают то, что мама приносит. Я не знаю, что ему мама приносит. Червячки, наверное. Смотрите, какой он. Да, такой маленький. А еще птенчиков называют желторотики. Видишь, у него желтенький рот еще. Когда вот они маленькие, у них желтые ротики. Пи-пи. Он такой малыш. Мам. Да, птичка. Мы пытаемся его сейчас... Напоить. Напоить его водичкой. Червяков, небось. Где мы червяков добудем? Короче, непонятно, что сейчас делать с птенцом. Мы не можем туда долезть на пальму высоко. У нас такой лестницы нет. Мы его отпустили сейчас вниз туда, и он там чвиринкает и зовет своих родителей. Скорее всего, вечером, наверное, привезем более высокую лестницу и будем его подымать. Оказалось, что он немного даже прыгает и делает еще чвирин-чвирин. Малыш, ты еще и прыгаешь? Чик, вот он ходит так. Мы его пытались посадить там в маленькое гнездышко для него сделали, а он из него прям берет и выпрыгивает. Малыш, о, видите, как, смотрите, как лазит. Прям дык-дык-дык-дык. Так зовет родителей. В общем, будем с ним что-то придумывать, пока непонятно, в общем, как его кормить. Будем что-то делать сегодня. Мы, кстати, посмотрели, там вот в том гнезде наверху, там еще один птенец сидит. Он, оказывается, не один там был. Ребята, какой же у нас тут движ? Мы тут разбираемся с этим птенцом. Саша собирает конструктор для съемок. Саша, привет. Привет, и конструктор совсем не для детей. Да? Сейчас ребята там снимают. Вот, смотрите. Видео на Алису снимаем с Алисой и Евой про свинку Пеппу. С Евой снимать это вообще целая эпопея. Она убегает все время. На месте не сидит. Быстро-быстро ее нужно чем-то заинтересовать обязательно для того, чтобы она сидела, хотела сниматься. Ну, короче, прикольно. То есть ей прикольно играться с игрушками, но так, если там что-то конкретно делать надо, она просто убегает. Поэтому Алиса там ее развлекает. Так, смотрите, Ким пришел. Ага, переживаешь? Ким, вон он, ага, нюхал. Вот так, где-то птенчик. Смотрите, какое прикольное мы ему организовали гнездо цветное. Вот такое гнездо. Мы его сейчас покормили, дали ему две мошки. Я ему поймал там мошек, дал ему. Так вот он, наверное, хочет кушать еще, я так думаю. Николь, что ты смотришь? Там из одной комнаты превращали в студию огромную. Комнату превратили в студию? Прикольно. Коль, сегодня воскресенье, она сидит, играет. Ну давай, у нас есть время. Расскажи, что у тебя за тусич вчера было? Ну, машина аттракционов, зоопарк, в аквариум. Ну, в аквариум. Угу. Прям купались в аквариум? Угу. Ты тусила без родителей? Угу. Круто тебе было? Угу. Целый день, весь вечер вообще вчера в 12 ночи пришла. Тусила. Мы только что видели родителя, который приходит, пытается покормить сейчас птенца. Они видят просто, как шторы двигаются и убегают.
Вы видели? Он только что пробегал мимо. У него в клюве там какая-то букашка или какая-то штука. Он видит, что птенец здесь. Вот он, вот он. Птенец там подает какие-то звуки ему. Он прям вообще рядом-рядом подошел. Прям рядом сейчас подошел, подпрыгнул. И не дал пока, потому что ну, он видит нас в окне. И боится ближе подойти. Что будем делать? Давай его съедим. Там есть нечего. Вот он. Ах ты, ну прям рядом подошел к нему и улетает. У нас тут спасение продолжается. Мы, в общем, придумали ему сделать вот такую штуку. Яйцо. Там внутри гнездо ему делаем. Потому что мы не можем на эту пальму залезть. И плюс мы боимся, что он опять... Он выпрыгивает отсюда. Он, короче, уже прыгает. И мы переживаем, в общем, что его кто-то съест. Поэтому мы решили вот здесь вот сделать куст такой. И вот там вот наверху гнездо. И будет он сидеть. Мы его сначала посадили в корзинку вот в эту. Думали, он с нее не выпрыгнет. А он из нее выпрыгнул тоже. В общем, уже из яйца не выпрыгнет. Родители будут приезжать. В общем, мы с тобой, знаешь кто? Чип и Дейл спешат на помощь. Вот. Я Гаечка. Да. Я не Чип и не Дейл. Смотрите, у нас Ева добралась день назад вот до сюда. И взяла нам тут в бассейн, который у нас здесь. Видите, у нас так перед домом водичка течет. Она взяла и накидала сюда камней. Где эти крикуны маленькие? Где ты? Кричи что-то, а? Вот она ты. Веснушки прикольные нарисовали. Привет! Опля, привет! 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 Скажи, подписчики, привет! Скажи, я когда-нибудь тоже себе канал сделаю уже скоро. Ой, так, целую сейчас всех. Ну что? Мы червяков накопали. У нас операция по спасению птенчика продолжается. Мы червяка накопали. Теперь, чтобы он не умер от голода, да, мы его будем кормить червяками. Кто готов? Я. Кто первый? Ты будешь? Я тоже хочу. Только нужно крепко держать червяка, для того, чтобы он к нему не упал. Не, смотри, зайчонок. Вот так, если ты его возьмешь, видишь, он вниз висит. Да. Бери. Вот. Вообще будет кушать? Будет, конечно. Вот, давай. Кушай, кушай. Кушай, плюс. Кушай. Я ему дам тогда вот это. Смотри, 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 быстрей. Смотри, он. Оп, оп, оп. Гля, как он его заедает. Вот, блин, наконец-то еда. Смотри, смотри, оп, оп. Видишь, ему вот родители точно так же приносят. Вообще он, блядь, как поедает его, ребята. Он все у него везет. Да, вы видели когда-нибудь, как червяков поедают птички? Кушает его, глаз ему засунул. Да, все, сейчас съест его. Он такой, ой. Ля-ля-ля, вообще. Николь, как тебе? Прикольно. Будешь следующего давать червяка ему? Они мерзкие. Сейчас, подожди, он этого заест, все, он этого скушал уже. На, маленького тебе. Нет, закончик, бери его. Бери закончик его. Все, держи. И ему просто вот так давай, он его теперь, да, будет сейчас кушать. О. Фу-фу-фу-фу, мерзко. Ну, Николь, ну он же убежал. Нет, он отвалился. Он отвалился. Заберите. Сейчас. Так, ты что, наелся уже, что ли? Подожди, оно все еще живое. Да, да. Вот это вот. Он ест живых их? Смотри. Конечно. Вадик, хвостом вилять. А, вот это мы себе ребенка нашли, да? Я предлагаю сделать из него суп. Папа, или пожарить его завтра шутка. На завтрак. К вам в школу. Так, кто еще боится червяков? Кто так же, как Николь, боится червяков, ребята? Давайте в комментах, поставьте смайлики в комментах, так как вы боитесь червяков. Жуков всяких. Алиса, убери от меня. Амарочки. Всем привет. Привет. У Николь сегодня день рождения. Вы еще не будили? Ну что, пойдемте. Пойдем. Алиска, ты готова? Так, сколько у нас лет, Николь? Вот столько. Шарики, цветочки. Никольчик, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, наша Николь. Happy birthday to you. Любимая, с днем рождения. Ты такой большой у мамы.
Такую большую маму, видишь, такую большую мечтатку. Папе на ручки. Родилась, шрякнула и такая. Любимая, с днем рождения тебя, моя сладкая. Кто подарки будет сегодня принимать? Желаешь ей что-нибудь? Будь здорова. Вот, скажи, будь здорова. Будь здорова. Конфеты. Конфеты тогда в школу возьму, потому что у меня так почти ничего нету. Ничего нету! Как его зовут? Яго. Яго? Глазастые штуки. Да, смотри, розовый – это кабан, да, Николь. Вот здесь коррекция. Смотри, вот розовый – это Николь, кабан. Потом коза – это Полина, потому что она вторая старшая. Потом Лора. Потом я, потому что я самая младшая в команде. Следующий. Моя Пуся любимая, 10 лет. Давай. Большая у мамы с папой. Она выглядит, как будто ей уже 17. Ух ты. Это кто, кенгуру? Кипер. Смотрите, какой. Смотри. О, какой милый, с маленьким кенгуренком. Ну, еще какие-то три какашечки. Какашечки завернуты. Нет. Нет. Сейчас посмотрим. Вот заяц маленький. Маленький небольшой. С хвостом. Алиса очень хочет себя хомячка. Да, она вот этого прям выбирала вообще так. Этот самый лучший, самый такой вообще, самый-самый. Маленький бурундук. Так. Я видела такого. А, это обезьянка такая. Это как король лев такая была. Да, хотел сказать. Мая 18. Мая 18? Он у нас все время залазит во всякую упаковку, в коробке. Я тоже подарок, Подарок от папы с мамой. Или вот там такой носок. Так, а это у нас MacBook для Николь, чтобы она могла монтировать сама свои собственные видосы. Ты делать. Хочешь монтировать уже видео? Да? Николь, не только для монтирования. Николь, у тебя есть на него планы? Мы его покупаем. Ай, мое ухо. Прекрасный человечек, добрый такой. Да. Ответственная какая она. Да. Просто, ребята, она сама делает уроки. Мы даже вообще ничего не проверяем. Если пойти в разведку, так это с Никушкой. Ну да. Да, она все... Так, с тобой, так, конечно, только ты смехом всех выдашь. Будешь ржать очень громко. Враги идут. Рождение, родненькие. Пусть все в этом мире происходит для тебя самым легким способом. И пусть мечты сбываются, да. Все. Самое-самое. Легко сбываются. Ребят, давайте сделаем подарок от вас еще. Кто сейчас еще не подписан на канал Николь, обязательно нажмите на красную кнопку, она там внизу находится. Давайте сделаем подарок Николь. Лайк и подписку. Да, Никуш? Лайк? Подписку. Подписку. Так. Чик. Одеваем на Кима. Ну что, давай. Ему нравится, смотри. Открываем. Кенгуру маленький. Сразу. Оп. 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 Походу, Николька не рада. Как это не рада? У меня лицо просто такое. Какое? Такое? Николь, ты рада ноутбуку? Да. Ты смотришь на тебя, мне кажется. Это не нужно, это же инструкция. Инструкции никогда не нужно читать. То есть это есть белые яблочки еще. Ага. Николь в инстаграме там все поздравляют. 400 поздравлений. Я выложила пост, да. 400 поздравлений, только день начался. Лизка чуть не забыла открытку. Красивую такую, а ну покажи. Нарисовала тут тебе. Как она тебя любит сильно. Сплошные чипсы. День рождения в прямом эфире. Это мама, Николь сладко ешь.